Вже п'ятий рік поспіль кращі дніпровські архітектори та дизайнери проводжають старий рік гучним святкуванням. І 2018-й не виключення. За традицією, організатором заходу стала компанія «Європа Дніпро». Сьогоднішнє мероприятие – это юбилейное мероприятие моей компании «Европа Днепр», итоги года 2018. Сегодня вы можете увидеть, как бы, что здесь собрались мои партнеры. Это одни из лучших компаний нашего города, то есть надежные, правильные, проверенные. Сегодня вы здесь можете увидеть самых лучших творческих личностей нашего города. Архитекторов, дизайнеров, то есть всех именитых людей. На 40% людей больше, чем предполагалось. Мы в этом году немножко в хорошем восторге. Очень рада, что сегодня такое прекрасное событие, которое собрало огромное количество дизайнеров, архитекторов. Очень приятно всех видеть. Поздравляю всех с Новым годом и желаю, чтобы в следующем году нас собралось гораздо больше архитекторов, дизайнеров, новых партнеров, и мы увидели новых победителей. І дійсно, усі присутні на святі були в захваті від його масштабу. Святкові слова на сцені, посмішки, радісний настрій і шикарна розважальна програма, музичні номери, танці та конкурси. Багато шановних гостей, партнерів, серед яких і представники Бартоломео Resort Town, і ректор Придніпровської академії будівництва та архітектури. Поскольку мы сотрудничаем с Европой Днепр достаточно давно и имеем очень теплые партнерские отношения, мы не могли пропустить данное мероприятие как завершение этого замечательного года. Здесь сегодня присутствует масса наших участников предыдущего международного конкурса архитекторов и дизайнеров. И как завершение текущего года мы разыграем путевку в Испанию на лучшие заводы о производстве плитки. Мы встретились с нашими давними партнерами. Вы знаете, и строительная академия, и фирма «Строитель П». И вы знаете, в нашей жизни сейчас не так много праздников. И когда нас приглашают на праздник, мы с удовольствием принимаем это приглашение. Що найголовніше для архітектора чи дизайнера? Звичайно ж, емоції. Вони надихають представників творчої професії створювати із життєвого простору справжні шедеври. Спілкування з іншими архітекторами, знайомство з їх роботами, обмін досвідом – усе це – джерело нових ідей. Организаторы Европа Днепр, с ними приятно и работать, и отдыхать. Мы уже встречаемся который год, в конце года. И это очень важное мероприятие, потому что надежные партнеры, с которыми они работают, такой как Бартоломео Resort Town, проводящий конкурс, это очень важно для нас, как для архитекторов, дизайнеров, профессионалов, чтобы мы могли себя проявить, посмотреть на работы наших коллег. Я считаю, что это очень важное мероприятие, потому что мы, как профессионалы, можем проявить себя, показать миру, показать нашей стране, нашему городу, наши работы, посмотреть на работы наших коллег и отпраздновать весело уходящий год. Прекрасное заведение, прекрасно оформлено, нравится сколько света. Не ожидала такого количества людей и такой душевной организации. Полезно погрузиться в свою среду, пообщаться со своими коллегами. Щодо переможців, як і минулоріч, організатори влаштували конкурс на кращий дизайнерський проєкт, у якому перемогла Олена Лифар, отримавши путівку до Іспанії. Это, конечно же, неожиданность, но когда ты работаешь, естественно, приятно, что твою работу оценивают по достоинству. И довольные заказчики, довольные партнеры, всегда приятно осознавать, что твою работу оценили. Що ж, свято вдалося на славу. Так і має бути, коли протягом року добре попрацювали, знайшли багато нових друзів та партнерів і надихнулися на нові ідеї та на подальшу роботу. Так, найкращі архітектори і дизайнери Дніпра мають і святкувати якнайкраще.